Начнем с резонансного ДТП, которое сегодня днем произошло в Демьянове. Водитель сбил мамочку с коляской. Все эти фотографии появились в сети буквально через полчаса после ДТП. Очевидцы пишут о том, что пьяный водитель вылетел с дороги прямо на гуляющих мам с колясками. Одну из них он зацепил. Мама видела, что едет автомашина, она находилась от проезжей части. Там даже придворовая территория в 5-6 метрах находилась. Но так как водитель не на дороге, да? Нет, не на дороге, это, можно сказать, обочина. Находилась на обочине. Ребеночек находился в коляске, укутанный одеялом. Водитель в данный момент не справился с управлением, совершил касательный наезд на коляску, можно так сказать. От этого коляска перевернулась, ребенок выпал из коляски. И далее водитель совершает у нас опрокидывание. С места ДТП, по словам очевидцев, водитель скрылся. Позже его нашли. От медицинского освидетельствования он отказался. Полуторагодовалого малыша от серьезных травм спасла теплая одежда. Ушибы мягких тканей теменной области. При осмотре врачей был отпущен домой.